22 июля Волжский отметит свой 68-й день рождения. Масштабные торжества, посвященные этой дате, будут проходить в течение июля. А основные мероприятия состоятся с 17 по 24 июля на различных общественных пространствах и в парках города. В настоящее время завершается формирование программы празднования Дня города, который впервые за последние годы пройдет без санитарно-эпидемиологических ограничений. Она включает в себя спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, рассчитанные на разные возрастные группы жителей. 17 июля праздничную программу откроет городской день рождения, который состоится в Театре кукол «Орликин». Подробная программа Дня города будет опубликована в СМИ, соцсетях группы «Открытый Волжский» и городских пабликах.